Поломали, бросали. Нет, мы ничего такого не делали. Видите, постояли спокойно, похлопали и все спокойно. А почему люди, когда идут мирно, они выхватывают людей прямо из толпы? Значит, не сильно мирно. Подпишитесь на Телеграм и увидите, что творится на самом деле. Вы же тоже в 21 веке живете. Да, когда здесь с ОМОНовцев убивают одного человека, это нормально? Как вчера ваши здесь на перекрестке лупили мотоциклиста, это нормально? Ваши двое, пацана, вчера я видел лично. В законе можно убить человека, не просто его задержать, протоколы оформить и увезти в отдел. Если он не подчиняется законным требованиям. У вас есть для этого мотоцикл, его начали бить. Ему разбили мотоцикл. Но не палки убить его беспредельно. Спецсредства. Какие спецсредства? Разбить мотоцикл — это спецсредство? Что за бред? Все спокойно. Ну, мужики, да, конечно, ребята, молодцы, да, но поверьте, мы все мирные. И никто не идет. Мы тем более. Вы, может, лично, да. Вы, наверное, нет. Посмотрите внимательно.